Тем временем в СМИ появились данные из открытых источников, что «Нафтогаз» готовит новое повышение цен на отопление в 2-3 раза. По информации журналистов, в газовом монополисте планируют повысить цены на голубое топливо для теплокоммунэнерго до рыночных вместо социальных. При этом и рыночные цены в компании хотят увеличить до 11 тысяч гривен за 1000 кубов за потребление сверх нормы. Пока что на рост цены газа действует правительственный мораторий до 1 августа. Во сколько инициатива «Нафтогаза» обойдется украинцам, мы расскажем в материалах подробностей на следующей неделе.